Всем привет, это Олег, начало сентября. Мы решили, тут дожди у нас шли хорошие, решили прокатиться, посмотреть, что в лесу есть. Может, грибы. Сушь по-прежнему все равно. Вроде как в городе лужи, а в лесу сухота неимоверная. Как-то мимо грибов, наверное, все-таки у нас. Но, тем не менее, мы воткнулись, вот смотрите, в ореховый заброшенный сад. Плюс ко всему тут еще и фундук. Сейчас покажу поближе, что он и орехи есть на самом деле. Ну и мой друг Саня решил показать, как это все делается. Как собирается орех по-быстрому. Показывай. Это примерно так. О, по-моему, упал. Ну-ка, давай. А на соседнем дереве тоже орехи обнаружил. Достаточное количество. Есть! Прям точку. Десяточку. Только куда они улетели? Прямо два ореха висело, ты их снял. Красавец! Какой, а? Где? Где-то падали. О, смотрите, дамы и господа. Вот они. Вот это грецкие орехи. В оболочке еще. Сейчас Сашка нам покажет, как правильно их кушать. Кстати, будете снимать сверху кожуру, строго перчатки, обожгетесь йодом. Сань, вон еще один. Вон еще один. Видишь? Ну так, между делом скажу. Вот приостановились, и же вон наковыряли орехов методом кидания палки. Несколько точных выстрелов, и орехи все пообсыпались. Хоть и начало сентября, но орех уже более-менее нормальный. Сашка сказал, говорит, самые-самые вкусные. Саш, покажи, как правильно его кушать, как разделывать. Сделай науку. Берешь, срезаешь. Ну, только все-таки в перчатках, я думаю. Да не обязательно. Ну, руки потом коричневые будут. Ну, если много их чистить, а если один-два. Ну, покажи молоденький. Не, срежь весь, покажи молоденький орех. Наверное, это симпатично. Ух, смотрите, о, вот он, молодой орех. А, кто-то его кусанул. Ага. Через попку вскрывать, взламываешь. Кто-то его покушал, мне кажется. Да, так. Это червивый. Вот. Ну, выкинь его, давай другой. Ну, теперь можно его весь-то и не это, не вскрывать, показали, какой он симпатичный. Упс. Не с той стороны ты, по-моему, его стрелял. Но суть то, что надо разломать его пополам. Упертый какой. Не захотел пополам ломаться. Угу. Тогда мы сделаем вот так. Так. Вот достаешь это зернышко. Очищаешь от кожуры. Вот это же пленочки. Да. Горькая, да, она? Она еще, да, не высохла. Еще горькая, с йодом, да. Еще. И ешь, соответственно, вот эту вот белую. А часть. Ты с пленкой съел. Ну, бывает. Ну, скажу, ребята, это безумно вкусно. Ничего на самом страшного. Деле. Прям такой вкус свежести, прям такой насыщенный орех, вкусный такой. Лепота. Рекомендую попробовать молодой орех.
Ну, полностью созреет уже это, наверное, конец сентября, октябрь. Уже тогда уже будут они сами опадать на самом деле. Почернеет сверху. Давай. Кайф. Что, Настя, фундука не нашла? Я полез в фундук искать. Лицом прямо в спящую сову. Прям всунулся. И она испугалась, и я испугался. Ну ладно, всем пока. До встречи на моем канале. Это был Олег.